Елизавета Кожичева вскоре официально покинет должность министра спорта Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ был опубликован на официальном сайте правительства. В указе говорится о назначении Елизаветы Кожичевой на должность заместителя министра спорта Крыма. Официально это произойдет 19 февраля. Аксенов принял отставку руководителя Минспорта с формулировкой «по собственному желанию». Свой нынешний пост Кожичева покинет 18 февраля. Напомним, министерство она возглавляла с осени 2016 года. В должности сменила первого руководителя Минспорта в российском Крыму Георгия Шестака, занимавшего пост с апреля 2014. Он также оставил министерское кресло по собственному желанию. Должность преемника Кожичевой в руководстве Министерством спорта Крыма пока не озвучивается в Совете министров.